Привет! На Музоне программа Backstage. И я, ведущий Данил. Мы рассказываем интересные истории о создании клипов. И сегодня мы поговорим о... Друзья, сегодня поговорим о душевной песне Жениссы Скаковой «Жан Эке», посвященная памяти отца. Известная певица Жениссы Скакова родилась в Кызылординской области, в поселке Чернозек, 9 мая 1966 года. В переводе с казахского имя Женис означает «победа», что отразилось в ее жизни. В 2015 году артистка представила новый клип «Жан Эке». Он посвящен памяти ее отца Ермагамбета Искакова. И каждый раз, когда она исполняет эту песню, то очень трогает зрителей до слез. Хочу отметить, что эта песня способна с первых нот пробудить в человеке те самые светлые и добрые. О том, как была записана эта красивая песня, расскажет сама певица. Ну, эту песню композитор Кенис Тюсикеев посвятил своему отцу. У нее, говорит, песня, я посвятил, говорит, отцу, вот эту песню должна спеть певица, которая потеряла отца. Тогда, говорит, она получится. Я, говорит, вижу, что ты можешь исполнить. А он прекрасно знает, что я папу потеряла, когда вот я вот только хотела стать певицей, когда мне было 18 лет. Я уже думала, сейчас все пойдет, все хорошо. Закончила школу и думаю, сейчас буду... Поеду в Алматы, и пац, отец, отца потеряла. И я год осталась рядом с мамой. Ни одного дня не было, что я не вспоминала папу. И он мне вот так вот, когда предложение, я говорю, ой, Кенис Тюсикевич, спасибо, говорю, что вы мне доверились. И он мне говорит, ты представляешь, говорит, столько песен про мам, говорит, а про отца, про отцов, говорит, очень мало, кажется. И вот мама Мудагалиев тоже... Отца потерял в детстве вообще. И у них тоска по отцу. Автор музыки, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Кенис Дусикеев является автором многих музыкальных произведений, которые являются популярными песнями современности. Песня сама по себе, она без клипа даже можно слушать и плакать, понимаете? Потому что на концертах, когда я исполняю эту песню, зрители... После концерта подходит, говорит, ой, вот эту песню про папу, она так за душу берет. А когда презентация клипа была, я же приглашала друзей всех, и мне Эрик Тастамбеков подходит, говорит, ой, Женька, говорит, я, говорит, заплакал, потому что я вот в прошлом году, говорит, только потерял отца, говорит, тема актуальная, говорит. Клип на эту песню тоже получился очень душевным и трогательным. Режиссером клипа является Арнес Зиядин. Сейчас узнаем, кому принадлежит идея клипа. Ну, идея, получается, у нас совместная была. Женис Скакова, ну, рассказала мне эту идею примерно, как она видит этот клип. Ну, и я что-то добавил свое, как бы, добавил всякие детали, ну, как это можно вообще преподнести, все это красиво, как бы, снять. Мы снимали у знакомых Женис Скакова, у них был такой дом деревянный. В клипе показывают воспоминания, признание любви дочери к отцу и благодарность. А о сюжетной линии расскажет сама певица. Ну, тут мы показали любовь отца и дочери, что дочь папина, она каждый день встречает отца с работы, каждый день выбегает, его обнимает, и они вместе играются. Она и с ним и уроки готовит, она с ним и музыкой занимается. И в один момент она его теряет, ну, как я потеряла, и скучает. По мнению режиссера, актеры очень хорошо отыграли главных героев, смогли передать их характер. Главным актером был муж Жениссы Скаковой, а главной актрисой была, да, подруга Жениссы Скаковой. И вот девочка, которая сыграла молодость, да, мое детство, она тоже хорошо сыграла, она прямо когда задумалась, у нее такие печальные глаза были. Это моя соседка, молодая актриса.
потому что мне в детстве тоже такие косы были, вот такая же я была. Психологи утверждают, что большинство женщин выбирают мужчин, напоминающих им отца. Благодаря этому клипу Женис Искакова подчеркнула внешнюю схожесть главных двух мужчин в ее жизни. Вообще, я же папина дочка, я же самая младшая, и я поняла, когда мне говорили раньше, как-то внимание обращала. Вот если девочка сильно любит отца, вот подсознание уже, она будет выбирать мужа, похожего на отца. Оказывается, так и есть. Это уже было, когда мне ясно было, когда мне уже коллеги стали звонить. Я присмотрелась на него, говорю, слушай, говорю, на самом деле. Уважаемый Эрнест Зиядин, довольны ли вы результатом? И какие отзывы слышали о своей работе? Вот этот клип мне как бы нравится. Я как бы многим показывал эту работу, как бы всем понравилось. И как бы мне самому, я как бы доволен своей работой. Тем более я снимал его это, года два назад, наверное. Посыл этого клипа всем понятен. Певица Женис Искакова еще раз напомнила нам, что забота о родителях – это действительно важно. Если ваши родители сегодня живы, уделяйте внимание, чтобы не поздно было, вот завтра, когда вы их потеряете, чтобы не было, вот что-то не успел сказать хорошее, что-то не мог вот, помочь или там хорошие слова говорить, вот это вот сегодня говорите, когда они есть. Друзья, давайте прямо сейчас посмотрим клип «Жан Оке» и окунемся в эту теплую семейную атмосферу. Сені күн сайын сағынамын Шыға келші алдынан жалынамын Көріп кеттің балаңды тіршілікте Беріп кеттің бітпейтін жаныма мұң Сенсің менің тірегім Лүпілдеген жүрегім Аман есен бол балам Деген әке тілегің Күн ішінде ағылған Арманымсың сағынған Ән арнадым өзіңе Шығармаймын жадымнан Сезімге Қуат беріп жалғанда Жүрші өзіме Көрмедің ау өскенін Бөбегіңнің Шөлдедім ау қайтейін бір сөзіңе жадымнан
Как же полон этот клип счастья, любви и доброты. С вами был я, Данил. Бэкстейдж рассказывает вам истории создания самых ярких и интересных клипов. Узнавайте и любите казахстанскую музыку. И обязательно создавайте свою. Всем пока. Хотите, чтобы ваши дети научились красиво говорить, презентовать себя на телевидении? Казахстанская медиа-академия объявляет набор учащихся в младшую группу класса «Музыкальный ведущий». Приглашаются дети и подростки от 10 до 16 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, профессиональная постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят ваших детей в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86.